Ну, а кто будет, вот кто в Москве будет работать у нас? Вот, например, дворником. Кто будет работать? Не могут, вы думаете? Русские? Да? А они будут работать за такую зарплату, как работают, да? Ну, я сомневаюсь. Нужны. Для чего? Работать, чтобы. России без мигрантов не обойтись. Почему? Почему? Потому что нужна дешевая рабочая сила. Хотя она не очень квалифицированная. А куда без них? Дело все в том, что они спасают демографическую ситуацию в России. Ну, в определенной мере, наверное. Почему? Ну, а кто будет убирать? Русские, что ли? Нужны мигранты, если вы хотите. Нужны. Да. Ой, лишь бы все войны не было, жили все дружно. Да. Нам самое главное, чтобы все жили дружно. Мигранты? Мигранты нужны для черной работы. Нужны, потому что все хотят мало платить мигрантам, поэтому они идут на этой работы. А наши русские, они хотят с неба звезду схватить. Не хотят работать, никто не хочет. В России не каждый согласится работать тем же дворником или копать, там что-то такое руками делать. А именно такие трудоемкие работы больше... как раз-таки мигранты и выполняют. Есть, конечно, вот и плюс такой достаточно большой, то, что все рабочие места, например, те, которые россияне не хотят работать, они будут забиты вот мигрантами трудовыми. Рабочая сила лишней не помешает. Чемпионату. То есть где-то что-то успели, где-то что-то не успели. Поэтому ничего страшного. Пусть помогают. Они же тоже наши бывшие советские, так сказать, труженики. Если мигранты ведут себя хорошо и соблюдают, скажем, уставы монастыря, в который пришли, то все нормально. Если не хотят приехать и строить у нас здесь что-то, то, пожалуйста, никто им не должен это запрещать.